Снимать, где и как достать мифические яйца, ребят. Да, ребят, это перезалив ролик, он максимально интересный, полезный и инструктивный. Надеюсь, данный видеоролик вам не принесет никакого дискомфорта. Всем приятного просмотра. До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа. Она такая одна. Всем здорово, ребята. С вами Костя Попов, Roblox. Сегодня, ребят, мы будем снимать, где и как достать мифические яйца. Ребят, мифические яйца всем вам нужны и все вы хотите их. Ну что ж, давайте буду рассказывать, где их достать. Первый способ — это достать у черного медведя за 25 квестов. Выполняйте 25 квестов, они будут, ну, достаточно тяжелые, ну, такие более тяжелые, так что можно достать за 25 квестов у черного медведя. Вам дастся одно мифийское яйцо. Дальше пойдем. Где еще можно достать мифийское яйцо? Можно достать мифийское яйцо с memory матча, вот с этого данного memory матча, с очень маленьким шансом. Я один раз выбил, я вообще офигевал, то что оно может вообще там быть. Но оно действительно там может быть. Так что пойдем еще посмотрим, где может еще, где точнее можно еще достать мифийское яйцо. Можно достать у Браунбира, то есть у коричневого мишки, за 125 квестов. Это будет очень тяжело, ребята, говорю сразу. Я сам еще столько квестов не выполнил, но оно там есть. Можете даже на ютубе посмотреть, оно правда за 125 квестов дается. Где еще можно достать, ребят? Можно выбить с улитки, ребят, если я найду скриншот. Правда, с улитки падают мифийские яйца, и падают они достаточно часто, я бы сказал. То есть убьете вы там 3-4 улитки, оно может вам выпасть. Я вставлю скрин, то что реально падает с улиточки. Так, где еще можно достать, ребята, мифийское яйцо? Мифийское яйцо можно еще достать, выполняя квеста у Рилли пчелы, то есть это у красной пчели, и еще у синей пчелы, вон в том магазинчике сейчас, вон, прыгаю, сейчас вам курсором показываю, где еще можно достать. Вот. Где же еще можно достать? Сейчас попрыгаю туда. Можно выбить с Веревольфа, если я найду скрин, вам покажу. Я сам видел где-то скрин, мне кто-то скидывал, то что с Веревольфа падает мифийское яйцо. Но, ребят, там, наверное, шансов вообще нету, чтобы оно выпало. Короче, это, ну, не прям стопроцентная инфа, то что выпадает с Веревольфа, то есть с этого ульфа за 15 пчел, который... Падает еще мифийское яйцо с Мондо Чика. Падает оно достаточно часто, то есть убьете вы примерно 10 птенцов, и возможно оно выпадет, то есть, ну, шанс достаточно хороший есть, то что выпадет мифийское яйцо, то есть можете еще тут его подобрать. Где еще можно найти мифийское яйцо? Можно найти мифийское яйцо в данном memory матче. В нем вообще возможно найти в этом memory матче все, что можно сказать, то есть там реально очень много предметов есть, которые можно выбить. Также можно выбить колокольчики, если кому-то они нужны. В принципе, где же еще? Давайте посмотрим на карту, где еще можно выбить. В принципе, ребят, можно вообще достать их, выполняя квест у всех, так сказать, этих NPC мобов. Ну, короче, вы поняли. У всех, у кого можно брать квесты, можно получить мифийское яйцо. Сейчас в BizFarm это... самая, так сказать, стопроцентная информация, то что можно выбить яйца, их сейчас очень много, у всех есть мифийские пчелы, практически у всех. Сейчас, ну вот реально, даже если какой-то ноунейм зайдет, у него, скорее всего, будет мифийское яйцо. То есть, ребят, в этом такого большого, так сказать, ну, затруднений нету их достать. И еще можно, ребят, достать, это, наверное, ну, еще последний способ, где можно достать, убивая птенцов. Можно убить 50 птенцов, вот таких птенцов, это команда чиков. За 50 команды чиков вам дадут мифическое яйцо. То есть, и если опять же найду скрин, я обязательно их прицеплю в видео. Вот. В принципе, это все на сегодня способы достать мифическое яйцо. Когда еще они появятся какие-нибудь способы, я обязательно это выставлю в ролик, ребята. Ну что ж, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и пишите комментарии, я буду их читать и отвечать, также ставить сердечко, ребят. Вы помогаете мне, я вам помогаю тоже. То есть и все. В принципе, вы меня поняли, я вас понял. Ну и что ж, до скорых встреч, скоро выйдет новый ролик.